Сейчас мы исполним пьесу, недавно написанную мною. Я посвятил ее истории европейского театра. Дело в том, что понятие театр существовало давно еще в Греции и потом в Риме. Строились огромные театральные площадки, такие амфитеатры, они до сих пор существуют и в некоторых местах даже не разрушены. Но это был немножко другой театр. Там в основном занимались развлечением зрителей, причем довольно часто довольно кровавыми. Во времена, например, Нерона, там, чтобы развлечь зрителей, они выводили в то время вообще пожар. В Риме был свален на такую секту христианскую. И вот Нерон этим воспользовался и собирал христиан со всех концов своей империи и выводил их на сцену и выпускал на львов, например, диких. И римская вообще публика времен Нерона стала очень кровожадной. То есть они требовали все больше и больше, чтобы выводили этих христиан, чтобы их больше разрывали львы. Ну, потом были там бои гладиаторов, тоже жестокое зрелище. И вот, когда пала империя, вообще началось такое темное средневековье в Европе. Вообще не было никакой культуры. И вот в середине 16 века началось возрождение. И вот в городе Венеция там все время что-то праздновали. Карнавалы были. И до сих пор там беспечная жизнь. И в этой толпе развлекателей было очень много отдельных мастеров своего дела. Это были фокусники, клоуны, шуты, всякие мимы. И вот некто Анджело Бьолько, он тоже наблюдал, и ему пришла в голову простая очень мысль. А почему бы не собрать этих всех популярных отдельных профессионалов, не объединить их в одно труппу такую, и не начать исполнять какие-то уже пьесы, связанные со сценарием. И единственное, что он придумал, это чтобы каждый актер имел свою маску и вообще костюм, и никогда не снимал, и не менял ничего. Это было, кстати, отчасти продиктовано тем, что так как его театр начал, в общем-то, исполнять пьесы, которые были направлены против разных богатых купцов, чиновников, то их начали преследовать. А когда они снимали маску, никто не мог узнать, что они участвуют в этом театре. И вот этот театр, который получил название «Комеди дель арте», начал разъезжать сначала по разным провинциям Италии, а потом это все перекинулось уже во Франции. Во Франции тоже прижился комеди дель арте, и там появилась новая маска, Пьеро. И вот эта маска стала символом вообще всего театра, пройдя через века. И дошло и до России, где в 1906 году наш замечательный поэт Александр Блок написал первую такую пьесу для театра масок. Он назвал ее «Полаганчик». А начинающий тогда, совсем молоденький, Всеволод Мирхольд исполнил там как раз роль Пьеро. И все это происходило, по-моему, тогда в театре Комиссаржевской. И, в общем-то, это сразу в России стало пользоваться популярностью. А уже в советское время, в 22-м году, некий Евгений Вахтангов возродил театр масок и написал пьесу, которая идет до сих пор, «Принцесса Турандот». И вот этот символ театра, он так и сохранился до сих пор, когда где-то что-то связано с театральными праздниками, всегда можно увидеть эту грустную маску. Вот сейчас мы исполним пьесу, которая посвящена как раз вот этому персонажу. Я назвал ее «Грустный герой».